Итак, девушка знакомит своего парня и своими сельскими родителями. Сереж, я понимаю, что ты у нас известный блогер, но зачем выкладывать у сторис, как со мной бежит гусь, и подписывать его гусь против курицы? Ладно, я сейчас буду звать своего батька, но учти, пожалуйста, что он дуже авторитетный человек у селі. Хорошо? Папа! Галя, я тебе сказала, в Украине їсти не буду. Вообще-то зеленый борщ, это когда со щавлем, а не с плесенью. И вообще, что ты обижаешься? Ты сама сказала, твоя мама винника любит. Вот на 40 дней и заспевает. О, что, бабушка умерла? Нет, но Надежда умирает последней. Так, а ты что тут? Я ж вашим сказал, что я цыганам не подаю. А ну пішов отсюда. Папа, ты неправильно понял. Це мій парень. Сергей, блогер. Михайло Иванович, хрещений. Нет, вы неправильно поняли. Я создаю свой качественный контент для фолловеров, и они от этого хайпуют. А, я тоже от Галькиных борщей часто хайпую. Ой, опять пришел момент хайпануть на изи. Алло, Люда! Я тебе сказала, еще раз побачу, что твои кури клюют нашу гречку, поубиваю нахрен. Мы ей вообще-то под выборы сажали. Ой, а кто это до нас приехал? Сергей, блогер. Галина. От бач, Міша, який галантний кавалер. Сережа, а може цей борщик у мого? З м'язком домашнім. Нет, я веган. Ну ти не переживай, в наше время все лічиться. Ви лучше розказуйте, як ви познакомились. Ну, в общем, все началось с того, что Алина на меня подписалась. Що? Ну да, она подписалась, я ее заметил и лайкнул. Что? Алина, ты же говорила, что тебе до свадьбы никто лайкать не будет. Все, это позор семьи, он нам не подходит. Петя! Петя, спасай семью! Тетя Галь, что случилось? Там Алина опять какого-то хрена привела. Да я его сейчас. Ты кто такой? Да, я Сергей, блогер. Да нет, Алина на меня подписалась. Алина, да ты ж садика не подписывалась. А тут в город поехала и все. Испортили девочку. Папа, хватит ломать комедию. А, вы меня узнали? Ладно, и правда. Чего я лезу в твою жизнь? С кем мне встречаться, хорошо? Я вообще люблю Сережу и хочу выйти за него замуж. Понятно тебе, это еще нет. Да понятно, ты взрослый, самостоятельный человек. Тем более по документам ты трактор. Шутка, шутка. Ладно, будет вам свадьба. Короче, закажем самого лучшего ведущего. Объявляю вас мужем и женой! У вас винник. Два праздника в один день. Да, Надежда Михайловна? Ну, папа! Найкращий день мого життя. Что мы хотели сказать своим стемом? В семье має быть только один дурак. Если их больше, то это уже команда. Команда! Дуракам закон не писан. Наш тренер Дима Подорожко. Звездный гость Миша Денисов, Черкасы.